Всем доброго времени суток. Давайте посмотрим, что у нас происходит на карте. А на карте у нас происходит, помните, недавно нас тут в углу зажимали. Теперь мы отжали проход и идем сносить эту базу. Здесь мы вообще моментально снесли. Какие проблемы у 59-го? Смотрите, у 59-го здесь мы разорвали им цепочку, теперь здесь их нету. Вот это все не 50, ну точнее не первая коалиция выходит. Вот здесь тоже не первая коалиция выходит. У них теперь осталось только вот здесь вот. Момент, что они вот только вот этот проход изнутри держат. И вот здесь они строят базу. Но, смотрите, здесь база осталась 18 часов. А мы здесь перестраиваемся, здесь полные кирпичи, и до базы остается 7 часов. То есть у нас будет 11 часов в запасе, чтобы дойти, снести вот эту базу. И, соответственно, вторая коалиция сразу же отжимает вот этот проход, потому что защиты здесь абсолютно никакой не будет. То есть понимаете, да, к чему я веду? К тому, что у них просто не останется ни одного прохода. Вот их один клан. Вот их второй клан первой коалиции, и вот их третий клан первой коалиции. То есть максимум, что они могут сделать, это перейти вот сюда, вот в эту коалицию, играть от нее. Но вы сами понимаете, что все они не перейдут. Так что проблемы у них очень серьезные, потому что они сейчас могут просто остаться без центрального прохода. Здесь мы забираем этот проход и этот проход. Сюда зайдет Мерс, сюда зайдет Вилд. И все, и у них просто вот этот весь угол будет полностью отцеплен. И у них не будет ни одного прохода выхода в центр. И мы забираем полностью весь центр карты. Классно. Я считаю, что просто шикарно.